Ну, в общем, я бы даже сказал «бонджорно». Уж очень давно мы с вами не виделись, это не бухло. Теперь у меня есть вот такой диван, и даже примерно вот так я должен быть в фокусе. Кот очень сильно хочет помешать съемкам, и он даже может вполне это сделать, но, наверное, не станет. Сегодня у нас с вами новиночка, новая новиночка. Гуф, гуф-гуф. Как бы сказал мой знакомый, гуф-гуф. Ice Baby от Гуфа и Блэкберна. Надо коту все равно открыть дверь. Он не успокоится, он же, блядь, ему все надо. Проходи, Люся, специально для тебя начали все съемки, да, чтобы ты пришел и показал, что ты жив-здоров. Так вот, Гуф терпеть не мог дым от кальяна. Теперь может его терпеть и даже иногда с удовольствием курит. Славика чашки ему не нравятся, говорит, невкусно. Вот, а свое, что он сделал, это вкусно. Давайте-ка мы, собственно говоря, разберемся, что это такое. Напоминаю вам, что спонсор нашего канала и партнер, самый-самый большой и крупный, это Бруска. Вот, так что вот все классно. На ребят есть ссылочка на них в описании. Также, кстати, у нас сейчас будет подниматься актив в Телеграм-чатике. Он есть самый первый в описании. Там же есть мой Инстаграм, на который тоже имеет смысл подписаться, потому что это будет одним из условий, чтобы участвовать в дальнейших конкурсах, розыгрышах и так далее. Лео! Что ты? Теперь ты съебать хочешь? Иди в сраку, сиди здесь. Итак, что же из нас, что же у нас представляет из себя коллаборация Блэкберна и Гуфа? Это ягодный сорбет с грейпфрутом. Короче, это очередная иллюзия на Пинкман просто и все. Это тот же самый грейпфрут, это тот же самый ягодный вкус, это тоже сладенько, это прикольненько. И насколько это топово? Давайте-ка попробуем разобраться. А топово это ровно настолько, что это типа покурить можно, но не супер. При этом и не отвратительно. На самом деле вкус-то более-менее нормальный. У Блэкберна даже получилось. Вот, но персонаж на самом деле сомнительный. Тут как бы больше-то и сказать нечего. На самом деле, знаете, это такая больше отметочка о том, то, что я вернулся. Напомнить вам немножечко о себе, что я теперь здесь. Вернулся в боевой строй. И теперь я буду появляться гораздо чаще. Вот, ребятки, Blackburn, Гуф. За вкус Ice Baby вам респект. На самом деле это покурить можно. Это на самом деле очень даже неплохой вкус. Вот. Но можно было придумать что-то поинтереснее, чем очередная вариация на Pinkman. Вот это мое мнение. Спасибо всем тем, кто смотрел. Мемасики уходят в прошлое в конце, потому что мало кто до них досматривал, а я не хочу больше заморачиваться и так долго их искать. Спасибо вам, ребят, за то, что остались со мной. Всех с наступившим, наступившим вообще со всеми праздниками. Спасибо вам и увидимся с вами, как всегда, в следующем видосе, который, кстати, будет уже завтра.